Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну, и как я вам обещал, соответственно, мы продолжим серию наших розыгрышей. Я вам рассказывал видео про Шимано Страдик 19 года, которое я снимал в этом видео, что человек отказался от выигранного спиннинга Шитган, да, и, соответственно, мы этот спиннинг разыграем по новой. И вот я как бы решил нежданчиком сделать вот это вот, именно в этом видео, в котором я и вам сообщил эту новость, да, что человек отказался, и что мы будем переразыгрывать это вот. Ну, и в этом видео мы, конечно, все и сделаем. Я имею в виду, только основой для розыгрыша будет это видео. Как мы видим на экранах, данное видео уже открыто, да. Видим, что какого числа оно у нас вышло, видим, сколько у нас просмотров, видим, сколько у нас комментариев, и все уже знают, кто смотрит мой канал, что розыгрыш проходит именно только по оставленному комментарию, да, в данном видео. Вот, и требуется нам совсем-совсем немного. Нужно просто взять, скопировать ссылочку данного видео, открыть электронный рандомайзер, ну, по сути дела, рулетку электронную, да. Традиционно все, вставляем ссылочку. В данном видео мы видим, что определилось, сколько у нас количество просмотров, сколько комментариев. И на заднем фоне уже как бы прошло, ну как бы начал проигрываться данный видосик. Вот. И осталось только нажать кнопочку «Мне повезет» и данный, как бы сказать, электронный рандомайзер определит нашего победителя. Вот, это, уважаемые, я сделал как бы все нежданчиком, чтобы, ну, не было такого, какого бы там предвкушения, там, ну, и всяких других факторов. Кто ж не любит нежданчик приятный? Все его, конечно, любят. Вот. И нажимаем кнопочку «Мне повезет». Видим, что шкала идет стремительно вверх, остановилась на 99 комментариях, уже на 135 происходит обработка. Ну, вот мы видим нашего победителя. Поздравляем. Константин Любушкин. А написал он такой комментарий. Обзор зачет, катушка, середнячок. Ну вот, уважаемые зрители, вот у нас победитель определился. Вот. Что требуется данному победителю? У меня под каждым видео написано, как бы сказать, описание, да, под каждым видео есть. И в нем есть, конечно, адрес электронной почты. Вот, что нужно сделать? Победителю нужно написать мне на электронную почту, что он такой-то, такой-то, объявился, он победитель. Да, дальше зайти на официальный сайт фирмы Coex, найти спиннинги Shotgun, выбрать себе необходимого теста, да, спиннинг, и дальше сообщить это мне и написать все свои координаты, куда отправить. Еще раз подчеркиваю, отправка приза происходит за счет победителя. В принципе, по этой вот причине именно и предыдущий победитель отказался от спиннинга, потому что за границу высылать, как бы сказать, очень-очень достаточно дорого, да, а как я понял, в тех краях, откуда, ну, победитель, этот спиннинг с таким тестом оказался уж и не так уж и нужен. Вот. Ну, давайте тогда мы еще более точно сейчас посмотрим, подписан ли Константин Любушкин на мой канал. Дын-дын-дын-дын-дын. Так. Тут, конечно, займет какое-то время. Комментариев достаточно много. Константин Любушкин. Заходим на его аккаунт. Видим мы, что аккаунт у нас закрыт, мы не можем проверить, подписан он или не подписан. А меня тоже в последнее время зрители, подписчики канала требуют, что что-то там среди всяких разных непонятных залетных людей разыгрываешь. Это вот все, да, и, соответственно, нужно только среди подписчиков. Ну, Константин, извини, дружище, не могу назначить тебя победителем по такому случаю, да. И придется нам тогда это все сбросить, обнулить, грубо говоря, и опять по новой выбрать победителя. Для точности и верности всего мы сейчас опять
по новой скопируем ссылочку. Вот, давайте по новой копируем ссылочку на видео. По новой ее с нуля вставляем. Видим, все определилось. И количество просмотров, и количество комментариев. И еще раз нажимаем «Мне повезет». Смотрим, кому действительно повезет. Виталя Чупрасов. Редко, но метко. Ну, заранее не будем поздравлять. Давайте посмотрим, подписан ли Виталя на мой канал. Смотрим. Вот, Виталий Чупрасов. Редко, но метко. Вот, видим, что у человека открытый аккаунт на YouTube. Видны все его подписки. И давайте посмотрим, имеется ли мой канал среди, грубо говоря, его подписок. Смотрим. Вот, все имеется, вопросов нет, уважаемые зрители. Никаких вопросов нет к человеку, и тут уже я как бы официально Виталию Чупрасову объявляю, уважаемые зрители, победителем данного спиннинга. Еще раз напоминаю, Виталя, под каждым видео есть описание. В этом описании есть моя электронная почта. Связывайтесь со мной, набираете официальный. Вы набираете в поисковке в Гугле Коякс, заходите на их официальный сайт, смотрите спиннинги Shotgun, выбираете нужной длины нужного теста, пишите мне все координаты, и за вас счет мы высылаем в любую точку мира, где вы там находитесь. Вот, я думаю, уважаемые зрители, это вы и хотели видеть. И последнее время я именно начал склоняться именно на людей, которые все-таки составляют костяк моего канала, да, которые именно подписаны, которые им интересно, которые смотрят. И действительно, раньше я как бы действительно делал розыгрыши и, наверное, еще буду делать для всех, да, как бы сказать, кто оставил комментарий. Но все-таки, уважаемые зрители, я именно прислушиваюсь к мнению моих подписчиков. Так, на этом мое видео, уважаемые зрители, подошло к концу. Виталю Чупрасова, победителя, мы поздравляем с выигрышем замечательного спиннинга. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч, уважаемые зрители.